Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Едва мы успели изучить важное сообщение для сообщества, как в игре, похоже, снова появился важный баг. Причем, возможно, он был и раньше, но заметили его вроде как только вчера. Сперва Фламу, потом на Еврофоруме было обсуждение и на Reddit. Суть бага в том, что на скорострельных кораблях перки на увеличение скорострельности периодически не работают. По теории изучавших вопрос игроков, все это как-то связано с тиками сервера. Вот можете сами почитать, потому что я сегодня туговато соображаю. Но зато я пошел в треньку, потом в баньку, и вроде как немного полегчало. А в тренировочной комнате я взял Смоланда и пострелял сперва минуту без командира. Как видим, за минуту получилось 140 выстрелов. Потом взял командира с двумя перками на перезарядку, снова пострелял минуту. И у меня уже получилось 168 выстрелов, то есть примерно на 15% больше, как и должно работать. Еще раз вышел, зашел и опять пострелял с перками. И снова бонусы работают. Получилось 170 выстрелов. Цифры чуть отличаются из-за механической погрешности замеров. Потом взял друида. Пострелял без командира. Получилось 142 выстрела за минуту. Затем с командиром с бонусами. И получилось снова 142 выстрела, то есть бонусы не сработали. Кстати, Фламу тоже замерял на друиде. Затем я повторил эксперимент, и опять бонусы не сработали. После этого попробовал Смоланд, и на нем бонусы снова сработали. Хотя на Еврофоруме кто-то из игроков писал, что и на Смоланде они не работают. В общем, на мой взгляд, какой-то баг есть. Но как именно он работает и почему срабатывает не всегда, мне пока не ясно. Кто изучил этот вопрос получше, пишите в комментариях. Ну и если у вас намечаются важные бои на каком-нибудь арт-эсминце, то советую сперва пойти в треньку и проверить, будет ли у вас баг или нет. Вот у меня, похоже на друиде, баг вылазит стабильно. А это значит, что вместо перков на скорострельность, ему пока можно брать что-то другое, пока не исправят. Возможно, баг возникает только на каком-то определенном корабле. Может быть, зависит от вашего пинга и сервера или еще чего-то. В общем, есть что изучать в нашей замечательной игре. Много в ней еще загадок и тайн. Как только ситуация прояснится, сообщу. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Супер Джедай.